А что такое любовь? Не знаю. Отвечай. Любовь. Счастье. Я считаю, что любовь – это стимул для человека, прежде всего, развиваться. То есть, если ты любишь что-то или кого-то, ты для этого преодолеваешь себя и идешь вперед. Чувства. Все? Все. Любовь. Какой сложный вопрос. Для каждого любовь, наверное, она своя. Но любовь – это что-то очень сильное. Это, я считаю, любовь, наверное, это самое главное в жизни, потому что любовь, она может быть не только, мне кажется, между мужчиной и девушкой, но любовь к родным, близким, любовь к животным, любовь к природе. Я думаю, что это какое-то самое большое и главное чувство, которое правит миром. Не знаю. Это сложно объяснить, что такое любовь. Как ты это думаешь? Люблю маму. Я не знаю, как это объяснять. Для каждого это, наверное, очень разные вещи. Для меня одно, для вас другое. Любовь для кого-то, он голубь идет, у него любовь. Так вот, любовь с утра бегать, для меня вот любовь. Что такое любовь, это как сказать, в смысле, любовь разная бывает. Я детей люблю, внуков люблю, и мужу так немножко. Любовь – это замечательное чувство. Любовь – это боль. Боль? Нет. Любовь – это ваза, а ваза – стекло, а все, что стеклянное, бьется легко. Хрусталь тоже бьется, а сердце стучит, а он стоит рядом и просто молчит. Молчание – золото. А это не помню что. Любовь – это взаимность. Любовь – это, знаете, наверное, принимать человека таким, какой он есть, со всеми его недостатками, какими-то, может быть, даже какими-то отрицательными чертами, принимать его и дарить ему свое тепло, не знаю, внимание, наверное, так. В первую очередь доверие друг другу. Забота о друг друге, внимание друг к другу. Скажите, пожалуйста, что такое любовь? Не знаю даже. Любовь – это когда человек летает, как на крыльях, когда все получается, он счастлив, а без любви – это страшное дело. Целиком поддерживаю жену, конечно. С ней прожили сколько? 45 лет. И сохранили это чувство до сих пор. Вот мы спрашиваем у прохожих, что такое любовь. Эрдем, а ты как считаешь, что такое любовь? Эрдем, постой! Эрдем, ты чего ты?